Я Антон Аргашев из города Душанбе, Республики Таджикистан. В возрасте 11 лет я начал проходить классы в Институте Конфуция и начал знакомиться как можно ближе с китайской культурой. В Институте Конфуция я с многими людьми общался, которые проходили обучение в Китае, и я много слышал от них позитивных комментариев. Мои родители могли видеть мой интерес к китайскому языку, китайской культуре. Моя мама рекомендовала, что я могу учиться в Китае. Где-то в возрасте 14 лет я уже принял решение, что я хочу проходить обучение именно в Китае. Республика Таджикистан, она была одним из самых первых членов с 2001 года. Я помню, что очень много саммитов ШОС было проведено в моем городе. И в то время, как бы, не только я уверен, что большая часть населения города имела такие очень позитивные эмоции либо предстоящих, либо проходящих саммит. Организация ШОС создала такую платформу для взаимодействия и эффективного общения между государствами. И с другой стороны, организация ШОС именно простимулировала и вызвала мне интерес к взаимоотношениям и более положительному коммуникациям между государствами, и в итоге обучаюсь здесь, в Китае.